как главный судья третьей лиги у нас в чемпионате по мини-футболу участвует 21 команда со всех регионов нашей области, Владиславской области. Могу отметить с первых же туров, могу отметить команду КАЗ-ГПЗ Узей, СП Арман, Бозаши. Более-менее показывает хорошую подготовленность, уровень на мини-футболе. Могу отметить также Садыкину Юрию Николаевичу за предоставленный зал. В этом году зал подготовленный для принятия участников к чемпионату по мини-футболу. В прошлом сезоне Адильбек Ниязымбетов играл, Берик Абдрахманов играл. Просто мы тоже хотели свой федерации бокса сделать один. Команду собрать, все тренера с района. Хотим поддерживать мини-футбол. У нас играет вот сейчас Адильбек Ниязымбетов на сборах, Берик Абдрахманов на сборах. Вот как они закончатся, вот это сборы, соревнования. Они когда сюда приходят отдыхать после сбора. Тогда они тоже будут соединять сюда. И наш прошлогодний финалист чемпионат мира универсиады Молли Мускамбек играет. Еще молодые наши поколения из района приходят. Все вот Сузена, Сетбая, Схурука Ералиева приходят. Збенева приходят, поддерживают вот этот футбол играть. Сетпе приходит играть. Все тренера собираются, там боксеры тоже собираются здесь. Играйте.